Обычно просмотр телевизора связывают с ростом прогрессирующей близорукости. Дело в том, что к развитию близорукости приводят нагрузки вблизи. Вблизи, когда мы разглядываем какие-то предметы, наша линзочка-хрусталик, которая находится в глазу, она напрягается. И вот это напряжение ведет к тому, что близорукость у детей прогрессирует. Избыточное, частое, длительное напряжение. А на далеком расстоянии эта линзочка-хрусталик, она находится в расслабленном состоянии. Это связано с тем, что издали, из бесконечности в глаз поступают лучи, параллельные друг другу, и их, как правило, не нужно фокусировать на сетчатку, они фокусируются нормально и так, в нормальном здоровом глазу. Так вот, эта бесконечность для человеческого глаза, она, как правило, наступает дальше 2-2,5 метров. То есть все, что дальше 2-2,5 метров, как правило, глаз уже находится в расслабленном состоянии и не напрягается совсем. Соответственно, все, что дальше находится 2-2,5 метров, можно рассматривать как даль и как безвредно в плане развития близорукости, включая и телевизор. Есть миф такой, что люди, которые начинают носить очки, они не могут потом от них избавиться, и что очки только ухудшают зрение. Этот миф особенно распространен при близорукости, и люди делают эти выводы из собственного опыта, неправильно интерпретируют те результаты, которые они получают. То есть ребенок одевает очки, потому что при близорукости достаточно плохо видно, и эти очки ему нужны для того, чтобы учиться в школе, для того, чтобы социально как-то адаптироваться. Однако мы помним, что близорукость, она прогрессирует, и она прогрессирует весь подростковый возраст. Соответственно, близорукость, она будет прогрессировать, носит ли ребенок очки, либо не носит он их очки. Но так как ребенок одевает очки, потому что он не видит, то люди обычно это связывают с тем, что так как он одел очки, то очки являются причиной. То есть они не являются причиной. Показано, что не ношение очков не способствует тому, что близорукость прогрессирует как-то медленнее, либо не прогрессирует вообще. Поэтому абсолютно нет смысла ограничивать ребенка в нормальном качественном зрении и не назначать ему эти очки, либо не давать ему очки. Еще этот миф бывает в таком варианте, что если человек одел очки, он потом их не может снять. То есть так вот он носил очки, все было комфортно, и вдруг одели ему эти очки, и вот теперь без очков он стал видеть хуже. Он не стал видеть хуже, он просто привык к хорошему, привык к комфорту. Это все равно, что человек, который ездит на BMW, очень сложно ездить в метро потом. Это вопрос субъективный, и объективно он не подтверждается. То есть человек, который носит очки, он видит без очков точно так же, как это и было до того, как он их одел. Еще миф достаточно распространенный про очки и близорукость, что тогда, когда ребенок одевает очки, то очки расслабляют глаза, и глаз перестает работать. На самом деле человек с близорукостью, он не использует свою фокусировку, потому что мы используем свою аккомодацию, фокусировку, свою линзочку-хрусталик только для фокусировки вблизи, для чтения письма. Для дали человек не может ее использовать. Вблизи близорукий человек видит четко и без использования аккомодации, фокусировки. Вблизи работает его рефракция, его близорукая рефракция, она настроена на близь, ему не нужно его напрягать. И, соответственно, одевая очки, человек превращается из близорукого человека в неблизорукого человека, и только в таком состоянии как раз глаз начинает работать. Хотя я не говорю, что это хорошо или плохо, просто сам факт, что глаз как раз при без ношения очков аккомодация, фокусировка не работает, а в очках она начинает работать. Ну, мифов достаточно много, их можно обсуждать до бесконечности, поэтому я так как бы постарался остановиться на самых основных, которые встречаются конкретно в моей практике очень часто.